Здравствуйте. Я хочу выразить огромную благодарность нашему дорогому Давиду за то, что он сделал для нас, для моего сыночка Арслана. Мы общаемся с Давидом уже месяц. С первого сеанса общения я заметила, что у Арслана какие-то изменения появились в поведении. Он стал внимательнее, он стал обращенную речь понимать лучше. Пока он не разговаривает, но все равно, я надеюсь, это все у нас еще впереди. У него стали появляться интересы к игрушкам. Еще ему нравится подходить, если он слышит звук воды в ванной, шум воды, он подходит к двери, ставит свое ушко и стоит и слушает. Так интересно наблюдать за этим. Спасибо вам большое, Давид. Я очень рада и счастлива, что мы нашли вас. Вы наше спасение.